Так, всем привет, доброго всем позднего вечера. Продолжаем думать. Снова ветерните. Да, уровни стали еще жестче, еще страшнее. Третий эпизод дал подсрачник такой нормальный вчера. И это еще пройдено только 4 уровня за почти 3 часа. Это же охренеть не встать. Другого слова я не могу подобрать, другого выражения. Здорово, Димон! Рад тебя видеть. Ну что, готов? Окунуться в царство жестьманчика. Можно сказать, да будет месиво. Так, если что, если кто вдруг не знает, не помнит, завтра стрима не будет. Причин две. Завтра у меня корпоратив. И вторая причина... Я все-таки в пятницу планирую запустить большой стрим по NES Famicom. Не знаю, что из этого будет в пятницу. Ну ладно. Сейчас среда, поэтому так. Так, ты пишешь Сет здорово, но Сета почему-то нет. Видать, он просто, ты увидел его как гостя. Ну, ладненько. Так, ну что, продолжаем. Нет. Вот этот вот. Хронология. Да, я знаю, что эта карта не короткая и жесткая. 433 монстра. Я случайно нажал на карту, но уже все, мы уже знаем. Мы уже все прекрасно знаем. И что-то мне кажется, что сейчас уже будет жесть. Нет? Кто вернулся, кстати? Это ты про Кубок Президента, я так понимаю, спойлеришь. Слушай, Дим, спойлери, но аккуратненько. Потому что я все-таки хочу посмотреть это дело. Хотелось бы. Так, тут у нас убитые уже монстры, убитый Думгай. Сет вернулся, ну, ничего страшного. В смысле, там будет хорошо. Так, синий ключ. Ну, ничего страшного, ну, не было. Занят, может, был человек. Не привык он, что я стримлю каждый день. Можно ж простить такое. Так, красный ключ уже у нас. Так, какая приятная музыка, как будто Новый год или около того. Ёлки. Так, я надеюсь, меня относительно музыки нормально слышно, потому что музыка чуть ли не заорала на меня. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Ну сейчас будет, сейчас же будет. Же порвач. Да, вот он, здравствуйте. Ого! Как вас много, пацаны. Так, там уже они друг друга хренячат. Вот, вот этот, конечно, хрен... Очень доставучий. Да, кто не знает, тут уже тут добавились куча врагов. Блин, какая прелесть! В плане дизайна, внешнего вида, уровень просто, уровни просто отличные. Опять же, если я найду выход на уровень секретный отсюда, то окей. Нет, значит, играем как играется. Потому что 32 уровень просто огроменный. Это уровень на весь стрим будет. И на весь не короткий стрим, я бы даже так добавил. Что? Ага. Блин, как мне не нравится, когда враги телепортируются. Fucking... Так, я вижу там Масян в окне. А, нет, там кака демон. Так, слышу, паук лязгает. Как ты в меня так красиво попадаешь? Ух ты. Так, я слышу картофельное уже. А, она там дерется.
Что дерется, это хорошо. Так, обязательно броню берем. Так, там сейчас... Тефтель! Тефтель там сейчас, блин, наспавнит нам тут кучу всего. Отлично. Кэш. Сфера, которая рядом, но хрен найдешь. Так вот, я не люблю, когда враги именно вот телепортируются из ниоткуда практически. То есть гораздо приятнее, когда стеночка пододвигается. То есть ты понимаешь, да, ага, я в заднице. Но есть время среагировать. Да, замок тут отгрохали, мое почтение. Так, я услышал помидорку и услышал Денчика. Ага, помидорка вот она. Слушай, что-то живучая такая, а? Не надо быть такой живучей. Так, я слышу Арчвайла. О, кого я вижу зато. Твою мать, а как, откуда? О, кто кого? Денчик с Масяном опять схлестнулись. Битва, часть вторая. О, блин, как, кто меня попал? Заметьте, в первом бою победил Масян, во втором победил Денчик. Так, ну тут... Ага, еще один. Вообще, Денчик знает, что у него есть, скажем так, игровой персонаж? Так, я слышу тут, да, скажем так, кто-то что-то трындит. Готово. Что-то Сет как бы типа пришел, но молчит. Ну ладно, дело его. Так, ну что, может сохраниться? Масян не знаю, а? Ай-яй-яй. Как песня, Скати doesn't know. Мася... Оу, щит. Вот он! Ни хрена его быстро манокаутирует. Самый, наверное, быстро сдохший Арчвайл за мою, так сказать, стримерскую карьеру. Стримерско-думерскую. Ну ладно. Человек, может, занят. Всякое же бывает. Так, нос почесаться. Надо носу почесаться. Ладно, как бы... Ой, молодец. Сжёг. По-моему, еще и двоих. Так, ну, по крайней мере, пока дают патроны. Это уже явный плюс. Так, ладно, все, я буду очковать. Потому что я подозреваю, что сейчас будет боль. Все это разминка. Размин очка. Ага. Причем, смотри, они не видят из-за решетки меня. Ага, да, типа это стена. О, чувствую, сейчас будет боль. Когда что-то предчувствуешь, бери плазму.
Да? God damn right. Что это? Дэн, откуда ты вылезаешь? Откуда ты вечно вылезаешь? Ну тут да, тут месиво будет. Вот не реализовал тогда Лисей Хитрых на снегу. Кровь и песок, скажем так, кровь и снежок. Вот, зато здесь реализовали только так. О, хрены, блин. Вообще на самом деле они не такие сложные. Вот, да, просто надо уметь вовремя отбегать, а не ловить стопор. А, шо, по мне стреляют. Все, как обычно, с хит-сканерами мы и поступаем. БФГ мне, кстати, напоминаю, нет. О, каминчик. Ну... Чую я сейчас, что-то будет опять. Ничего, просто камин. Так, кусается пол? Не кусается. Фу! Вот этот урод, блин. Как... Ух ты, тварь, ни хрена. Так, скольки разово, интересно. Блин, он ракетами задолбает. Пяти раза, как барон. То есть это барон просто прокачан. Ну, чувствую, мне сейчас будет больно. Да? Так, желтый ключ нужен. У меня ракет 100 штук. Охренеть. Так, сейчас тут будет это, скользкая физика, да? Так, парапет, но толку от него никакого. В воду я не хочу идти, хотя почему бы не попробовать. Течка-то есть. Вода нам ничего не делает. Красный ключ. Ладно. Да блин. Ракет просто до задницы. Ох, как я предчувствую беду, конечно. Так, тут нужен желтый ключ. А идти-то куда теперь? Ребята, что-то мне смутно подсказывает, что будет болезненно сейчас, очень болезненно. Ну, ладно, мы уже научены суровыми боями. А тут до плазмы нам дают. Ну все, сейчас будет страшно. Не знаю, вот это нужно или нет. Так, ну и... Где? О! Ну, если еще и БФГ дает, то все, нам задница.
Зря, кстати, взял соусферу. Главное, чтобы этот черепок под ракету мне не попал. Так, вот эти твари. Блин, оу, щит. Ядрить. Откуда столько помидоров? Человек фанат помидор. О, да какие тут помидоры? Тут все подряд. Ну, если нам БФГ дали, то выбор очевиден, по-моему. Слушайте, я в такие мясные карты никогда не играл, реально. Чё за помидорный спас? Где еще плазма? Дайте срочно плазму. Дайте людям плазму. Ох, ты еще тут. Ай, блин, меня это ракетой попало. Так, Денечка опять буянит. О! Рев кибердемона. Кибердемон. Там, кстати, да, пусть со своим младшим братишкой сразится на кулачках. Чё там, хоть гасят? Гасят. О, немножко плазма. Так, ну кибердемон, я смотрю, неплохо справляется. Ай, блин, опять на ракету налетел. Я чуть сам на ракету не налетел. Но уже на кибердемоновскую. Черт, 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 черт. Так, есть тут куда отступить? Да, только за ракетами. Так, кибердемон еще живой. Сука. И ушел очковать. Окей, так. Я взял соусферу, да? А, нет, не взял. Правильно сделал. И тут еще и аптечечка. Так, вот эта штука нужна. Вот эта штука нужна, все. Единственное, я так понимаю, мегасферу никак не пропустить, это плохо. А нет, пропустить. Да блин. Не ожидал уже, что так быстро соусфера мне понадобится, ну ладно. Все, помидорки повалили просто капитально.
схитрить, что там происходит. А, блин! Да, на этих поворотах, так сказать, надо быть аккуратнее. Ладно. Суровый бой. Вообще по-нормальному, конечно, надо было набирать боезапас, а потом уже... Потом уже вступать в бой, хотя у меня плазма и так нормальная. Ну, как они подскакивают, блин. Так, все, невидимость прошла. Начинаем. Да, плохо, что тут целый круг нельзя сделать. Блин, долбанная ракета. Ух ты, тварь! Все, сдох, молодец. Будет очень весело, если в конце еще пяток арчвайл привалит. Нет. Так, соусфера. Соусфера была где-то. Но явно не тут. Вот она. Блин, вот это вот как-то надо уметь избегать. Ядрить! Прям перед носом просвистела эта ракета. Так, Кибердемон, ты чё это? У меня-то агришься, задолбал. Сука. Суровый бой ведет ледовая дружина. Так, все, сначала мы набираем арсенал. А, ну с другой стороны, ну сюда только не хватает этих. Плазмы не хватает. Все остальное у нас нормально. Я бы даже сказал, хорошо. Блин. Thank you.
Что-то у меня вообще такие выстрелы косые от БФГ, просто писец. Один другого хуже. Так, все, последний. О, нет! Хорошо получил. Да, блин. Что-то мне подсказывает, что это еще далеко не конец. Я знаю, что невидимость я не взял. Да блин. С ней, в общем-то, можно сразу не спешить. Хотя, она только нужна, по сути, поначалу. Козлиный череп, блин. Сраный. Ну что, с помидорками он явно как-то переборщил. Он так не кажется. У меня есть такое ощущение. Так, меня кто-то снайперит. Так, давайте загасить кто-нибудь кибера.
Так, ну собственно вот он. Твою мать. То, что я рисковал зверски, это ежу, по-моему, понятно. Так, теперь бы разобраться, что, где и к чему. Я все 100 ракет, кстати, профигачу. А, вот там еще одно тело. Оно, кстати, от БФГ нормально. Он не сдох еще. Вот теперь сдох. Главное, чтоб я следом за ним не последовал. Так, все, все меньше и меньше их уже. Тихо, 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 блин. Не попадать под ракеты. Так. Сейчас я кое-куда сбегаю тут. Сейчас. Думгай обделался от страха. Все, я думаю, можно сохраняться. С тобой. Сколько? А, все, меньше 100 врагов осталось. То есть, по сути, акцент на всем этом. Но я чувствую арчвайла, ну как без арчвайла, понимаете? Так, набираем все, что есть. Броньку бы тут еще. Так, ракета, упор на ракеты. Бля, еще твари остались живые, а? Все. Теперь с этим... Вопрос решился. Так, бронька. Как назло, плазмы полно. Да, и здоровье смысла тоже брать нет. И соусферу брать смысла нет. Так, еще невидимка. Ну хз хз, я просто не знаю, что ожидать. И опять же, куда дальше идти? Тут переключателя какого-либо я не вижу. Хотя подождите-ка, желтый это ключ мы нашли, нашли. Так. По-моему, самое начало или что-то вроде.
Так, где вообще ёлки? Вот эта карта. А где ж переключатель-то желтый? Ага. Так, надо зайти сюда. Потом вроде как сюда. Офига, тут у нас стенка тут у нас. А, вот он. Так, ну что? Так, ну красного ключа пока у меня нет. Так, тут есть аптечки, если что. Ага, вот вам и красный ключик. Ну что-то сейчас же будет, правильно, правильно. О! Тут, собственно, и говорить-то нечего. Ох! И все это в закрытом пространстве, я так понимаю. Нет, не совсем. А-а-а, больно. Тихо, блин. Так, что я думаю? Так, у нас еще где-то помидорки там остались, да. Какие-то неуклюжие, блин. Ну иди сюда уже. Так, остался синий ключ, он был где-то в самом начале. Что-то где-то появилось. Что-то где-то я интересно. Так, синяя бронька. Как туда попасть, пока непонятно. Ох, бляха. Ладно, хорошо зафиксированный арчвайл в анестезии не нуждается.
Да направься ты уже, спасибо. Ну что-то как-то слабовато. Будем откровенно. О, каминчики. Этот киберлошок не умеет подниматься по лестнице, я так понимаю. Но ракетами, естественно, надо пулять умеет. Куда ты ушел? Ладно, что-то расхрабрился. Вас... Оу, щит. А, попа... Вас много, пацаны. Вас что-то чересчур, я бы сказал. Так, сюда я пошел, да. Так, ага. Нет, я вернулся. Как мне нравится, когда вы телепортируетесь. Просто опа. Да блин. Вот и секретик. Теперь надо аптечек раздобыть. Сказал, аптечек надо раздобыть, и решил... А, не, все нормально. О, гаси, гаси, гаси. Не хочешь гасить?
еще один где-то костлявый должен ходить. Так, ну что же, веселое место. Ухохотаться прям какое. Да блин. А ведь хорошо, хорошо придумал-то. Ух ты! Так, ну мы не расслабляемся. То есть видите, как бы, когда ты подготовлен, уже бой совершенно по-другому проистекает. Так, ну что, можем теперь за синим ключом сходить? Наверное, да. Ну что же. Так, правильно, я пошел куда-то сюда. Но синий ключ нам показывать не хотят. Собака на улице, заткнись. Куда идти? Что делать? Почти 60 врагов еще. Это немало. Так. Типа мне вот сюда куда-то надо. Не, ну подождите-ка, здесь у нас был арчвайл. Арчвайлы. А, стоп. Лестница открылась. Вот он, красавец! Ладно. Как-то с перепугу получилось завалить. Несмотря на то, что я уперся в угол. Ох ты! Я посмотрел, мне уже должно быть хреново, да? Как ты так хорошо гасишь-то, а? И чё? А вот теперь, наверное, заключён, да? Блин, ещё тут всё путано, конечно, писец. Так, стоп, я только что отсюда спустился.
Вот, наконец-то. Знать бы теперь еще, где синий переключатель. Может, эта медуза, конечно, была им. Вспомнить бы теперь, где она сама. Ага. Как теперь туда попасть, на этот синий квадратик? Я так понимаю, надо бежать... Вот сюда. Так, здесь были. Слышите? О, щит. Так, там мне явно не рады. Ядрить. А этот тупо не был. Вот это панорамище. Я так понимаю, это просто вот, вот чтобы... Че, это конец, что ли? Зашибись. Ну, это считается прохождением. Да, всего-то 50 с небольшим минут. Ну, будем считать, что так оно и есть. Может, конечно, секретный выход. Сейчас узнаем. Да. Нойтралайз. Нойтралайз, по-моему, сейчас узнаем вообще. Ну-ка. Бруталити, мне нравится. Мне нравится название четвертого эпизода. То есть прошлое это не бруталити было, да. А, все, тут фрилук не нужен. Все, он уже есть. Ну что, погнали. Бруталити, блин. То есть до этого игра не жестила. Кто это делает? Сзади еще стреляют, ну да. Да слышите, вас не многовато ли? Ладно, хотя бы с оружием. Начало просто супер. Естественно, соусферы нам как перед, перед мордой собаки мясом помашут и все. Бери как хочешь. То уже ракеты тут меня гасят. А, вон кто там у нас. И вот еще кто.
Там уже что-то без меня происходит. Так, что-то где-то появляется. Отлично. Так, я что, кап случайно нажал? Блин. Козёл драный, а. Да блин, как тебе снять? Так, ну на это у меня патронов нет. Ёлки. Ни минуты покоя с вами. Вы еще сами эти двери открываете. Грузи. И там уже Арчвайл, а у меня дробаш до сих пор. Масян. А, я вижу двустолку, ладно. Блин. Масян очень неудобно стоит. Ай! Вот это ледяной физик сейчас нет тебе. Наконец-то. Так, я что-то не понял, откуда они? А, все, понял. Так, где дверь вообще? Суки. Ты дважды, суки, блин.
Все, у меня нервы сдают. Я сохраняюсь. Во-во-во-во, отлично. На это и рассчитывалось. Ощущение, что я слышу еще одного чувала. Суки. Так, и там два ключа у них сразу. Да блин, автоприцел. И синий ключ я вижу сразу. Ох, чую я, там будет веселая комната. Просто оборжаться какая. Ядрить, а с тобой что делать? Типа его надо гасить. Да, загаси его, слушайте. Попробуйте, называется. Да не, сплезняк это все. Зашибись. Я так понимаю, надо, чтобы он с кем-то закусился. Попросту других вариантов я не вижу. Ну, закусывается он что-то частенько со мной. Да ты достал. Да как с тобой вообще дела какие-то иметь? Не, рано сюда идти. Не нравится мне здесь.
вот еще какая-то кнопочка, но пока мы ее не будем трогать. Вот синяя броня, отлично. Ах ты ж, блин, вот тебе синяя броня. Прикольно. Вот откуда тебя хрен принес, а? Убью. Так, откуда ты стреляешь, блин, я забыл. Зашибись. Блин, еще про тебя забыл. Так, там еще внизу какой-то переключатель был. Есть смысл его потрогать. И это все, да? Окей. Что у нас остается? То самое место. Наше любимое, полюбившееся. Ладно, давайте пробовать.
Я вот что должен тут делать? Я не понимаю. Ну, типа, вырвался. Скелет, ты дохнуть собираешься, нет? Или тут можно было соскочить? Я сильно в этом сомневаюсь. Я, конечно, как бы не против, я, так сказать, можно повторить. Давайте чисто. Нет, конечно, нельзя. Слишком бы это было просто. Да, тут после стенки все закрывается. Зашибись. Просто зашибись. Какая тактика на этот бой должна быть? Вот просто мне интересно. Да блин, поднимайся наверх. Фу, блин. Ну еще весьма удачно все получилось. Так, давай. Вот это да. Заметьте, сколько здоровья сразу. И еще аптечка даже целая лежит. Да блин. Ну и сколько мне еще терпеть это? 15 врагов? А, 5 врагов. Вы понимаете? Комментарии излишны. Излишние — это первый уровень, только типа самый легкий. И желтая вот эта штучка так и не опустилась. Так, заблудший денщик у нас тут. Красиво. О, наконец-то.
Да ладно. Какое же западло нам приготовят? Нормально там месяца. Скелета положили, чуть меня тоже следом. Да, интересно, интересно. А, у меня же ракета есть, я забыл про них. Да, зашибись с 17% и начинать следующий уровень. Так, надо пройтись по аптечкам. Блин, я хочу вот это вот. Вот неужели я не заслужил эту соул-сферу? И здесь все я подобрал. И патроны даже не могу. Ладно, будет совсем сурово, значит. Значит, начну с пистолетика. Печально, конечно. Блин. Ужас. Ну, я чувствую, этот стрим мы тоже пройдем 4 уровня. И все на этом. Сегрегация. Ох, я чувствую, сейчас будет боль. Давай, пора вздыхать. Сразу сохраняемся. Пофиг. Да, блин. Окей. Короче, нам надо, да, тут, короче, будет жестко. Ну, уже жестко. А-а-а. Так, ладно, подбираем патроны. Yeah.
Да блин, почему, откуда масса прибывает? Он застрял там, что ли? Видимо, да. Как говорится, его проблемы. Блин. Ёлки, сколько вас тут будет? О, щит. Козёл. Зачем кого-то телепортировать за спину? Ох, блин. Отлично. Ну вот как я должен нормально от этого уклоняться? А сейчас все, этот меня зажал, и я убит. Еще прекрасно. Да зашибись, вы вообще, вы на приколе, что ли, слушайте? Пойдем хрен пойми куда. Ладно.
Да, ребята серьезно уходят в плане уровня категории сложности. Зашибись. Что же мне тут делать-то надо? А, понял. Сол сферу какую дали, слушайте, а? По затылку получил ракет. Главное, плазмы тут еще лежит в большом количестве. То есть такое ощущение, что мне сюда очень рано. О, там еще и аршал. А чем мочить-то все это? Кто-нибудь расскажет мне? Я уж не говорю про то, как уклоняться. А, вон там плазман лежит. Добраться до него как-нибудь. Добрался как-нибудь. Опс. Самое начало. Окей. А, нет. Да. Хрен с ним, пусть будет так. Так, дофига патронов. То, что где? Хотя толку. Фу, блин. Ох, ёлки. Нет, свалить сюда было плохо.
Ух ты, можно по парапету пройтись. Да блин. Отличная заруба. Ага, вы сразу появляетесь. Жесть. Так, и выхода нету, да, выхода отсюда. Выход нам блокируют. Я так понимаю, это те, кто недобиты, пошли на меня, да? Зашибись. Так, вокруг них круг не сделать. Все, это выход. Прикольно. Но, естественно, я еще хочу подраться.
Зашибись. А, нет. Ну блин. Ну и что делать? Тупо бежать на выход. Что там еще Арчвелл, с которым надо что-то делать? Ракет у меня ни одной. Так, я отсюда не прорвусь такими темпами. Ладно. Блин, зачем я туда полез? Блин, зажали. А, он мне, кстати. Да, 48 врагов. Тихо. А, там, да, там Чвайл уже орудует вовсю. Короче, пошел я отсюда. Мне здесь не рады. К сожалению. Вот такая она сегрегация. Ладно, еще один уровень, потому что, по-моему, следующий 18, 19 тоже здоровый. Субтерфьюдж. Даже плазма маленькая осталась, если что. Слушайте, ну вы вообще это берега не путаете, нет? Все понимаю. Да блин, уже кто-то по мне стреляет каким-то хреновым образом. Ёлки, снайпера, блин. Слушай, ты вообще дохнуть не хочешь?
Да кто постоянно меня гасит? Нашелся. Ну, здесь явно что-то будет. Как ни странно, нет. А, вот, здрасте. Опять же, прорисовка вот этой футуристичной базы или чего-то там на уровне. Вопросов никаких не имею. Что-то кто-то... А, вот ты где. Мне нужны все три ключа, чтобы туда попасть. Прекрасно. Опа. А вот там внизу явно что-то есть. Ай. Так. Какой уворотливый скелет, блин. Все. А как выбраться теперь отсюда? А никак, блин. Не хочешь никого из своих зацепить, подраться там, не? А, я вернулся на то же место, причем. Ну. Иди сюда. Иди, я сказал, сюда. Допустим. Ёлки. Деваться-то куда от всего этого? Слушай, ни хрена ты мне гасишь, а? Зашибись.
Так, где эта лестница была? Так, ну что, нас снова ждет кровавый махач, я так понимаю. А, просто открыли нам дверь. Так, а где Тефтель? Не говорите, что Тефтель отсутствует. Да, я уже стал немногословен, я уже сконцентрирован на игре, собственно. Много тут уже, к сожалению, не скажешь. Карты жесткие, когда казалось бы, куда дальше-то. Можно дальше, оказывается. Так. Я слышу. Нехороший звук. Знаем бы еще где. Опа! Теперь вижу. Так, ну как-то туда можно попасть. Пока непонятно, каким образом это сделать. Ага. На данный момент самая простейшая ловушка. Реально, в первом думе пострашнее было. Все, да? Ага, новый коридорчик. И у нас полно патронов для дробаша, это хорошо, конечно же.
Успел среагировать, но не на все. Давай, Масян. Молодец, Масян. Че, он еще и живой? Ты что такой живучий? Так, ну сюда я не запрыгну. Опа, я вижу импов там тусующихся. Такое ощущение, что там тоже вдали кто-то ходит, бродит. Все три ключа опять нам нужны. Что-то мне подсказывает, что зря я сюда сиганул. Так, здесь у нас было западлище. Зачем я так взял? Павел Валюшка, привет. Что за позывные у тебя? Паша. Так, что, здесь всех замочил? А, нет, не всех. Блин, ладно. Лишняя ракета нам ничего не сыграет. А где им потусовались? Все. Так, ну я так понимаю, все, что остается, это сигануть туда. Больше делать особо нечего тут. Что все это значит? Что это за позывные? Так, кто по мне стреляет? А, вижу. Ядрит он снайперит. За километр практически. Так, ладно, берем еще. Паша, ты своим неадекватством, пожалуйста, это не заражай других людей. Я понимаю, что тут уже кроме меня, скорее всего, никого. Но прекращает. Твои детские шутки тут сугубо никому не понятны. Тут люди взрослые. Thank you.
Иди проспись. Так, где он? Ага, вижу. Что ж, мы неплохо продержались, но надо еще. Я не думаю, что уровень пока даже, наверное, самый легкий из всех. Со всего эпизода я имею в виду, конечно же. Красный ключ, у меня его нет. Ага, вон там. И я чувствую, будет опять боль. Так, ну надо как минимум взять костюм, наверное, и по-быстренькому валить. Типа нет, а вот только сюда, да? Да, конечно. Так я и свалил. Жесть, просто страх. А ничем больше с ними не поэтому. Не побазаришь. Только плазма тут самая нормальная тема. Это у меня нормальное здоровье, но и более-менее брони. Понятно, что перехитрить систему смысла нет. Система уже тут выстроена просто прекрасно. Ракетница нам не поможет. Но на самом деле все не так страшно. Ну, по крайней мере, мы по числу убитых нанесли нормально так. Ну и сотка здоровья осталась, просто прекрасно. Так, теперь надо как раз таки за костюмом. Даже сейвов, посмотрите, как мало. Так, ладно, окей, куда валить теперь? Костюмов дофига. Дефицита костюмов тут точно нет, я вижу. Ладно, пока по-быстренькому пробежимся. Но вот тут ничего не открылось, нет ничего. Это понятно. Так, патронов у нас дофига, плазма. Секрет с плазмой, кстати. Паша, тебе все еще хреново, да? Ладно, бывает. Ко мне не такие заходят, так что я зла не держу. Просто такие заходят частенько, когда я в Doom играю, вот это странно. Куда дальше теперь идти-то? У нас есть красный и синий ключ. Нам нужны все три, как нам пишут. Так, ну явно тут еще что-то должно быть.
по нашу душу. Так. Вот туда нам надо еще. Так, теперь надо найти костюмчик поближе. Ну, это, конечно, далеко не близкий, но ладно. Так, телепорт не тут. А где? Блин, кто там еще сверху не поддает? Охренеть вас тут. Отлично. Так, берсерк пока побережем. Так. Оуе. Большая... А, подожди. А, нет, у меня нет. Это мне что, опять это? Это в Myland Secret Castle, да? Хочешь денежки, идешь ты нахрен, ты их не получишь. Желтый ключ нужен. Хорошо, заперли меня в этом шкафчике. Дальше-то что? Куда? Оу-е, засада. Сейчас нам засадят. Нормально с ним почти в шкафу сражаться. Да блин. А желтого ключа все так и нет, а теперь он есть. Блин. Козел. Дабл кио. Да блин, забывай про эту фигню. Как-то хорошо умеешь сквозь колонну простреливать, дорогой товарищ. Thank you.
Зашибись. Собирал здоровье, толку от этого. Куда нажимать? А, я знаю, куда нажимать. И куда я побегу с 16 процами здоровечка-то, а? Ну все, я труп. А-а-а. Да уж. Ракетами эту дрянь мочить тоже смысла особо нет. Типа его не затриггерил. Я как-то взял ключ, не затриггерив его. О, круто. Ну все, все три ключа есть. Но есть одно но, я хочу БФГ. О, Димон, здорово. У меня тут он, странные люди атакуют. Да, ну скорее всего, что тут у нас? То еще 44 врага и 7 секретов. Это целая толпа, не побоюсь этого слова. Вполне возможно, уровень еще и близко не закончился. Ну окей. Вот эту штуку как-то хочется, знаете. Но не берется она. Окей, я нажал на выход. Дальше-то что? Типа вот он. И все? Ну как бы окей. Сомнительно, но окей. Как-то странно получается. Уровень, где можно пропустить четверть врагов, причем уже такой не первый. Так, ну что, да, вот этот уровень Dehydration получается 19-й. Он дико длинный, он охренеть какой продолжительный, это я знаю. Поэтому на сегодня все. Когда дальше по Думцу будет стрим, я не знаю. И 4М4, ну 4 уровня. Учитывая, что осталось без секретных 12, ну, на 3 стрима, может быть, нам хватит. Ну, такие уровни, не слабенькие по сложности. Просто давайте себе микроспойлер. 876 врагов. Это все, что нам надо знать. Ну, по 4 уровня, да, уже за стрим вряд ли получится. После такого. Ладненько, что, сегодня нормально, бодрячком. Ладно, завтра у меня, как и сегодня, весьма серьезный день, поэтому хорош. Спасибо за внимание, всем добра, всем здоровечка, а на сегодня все. Да, вот такой вот он, Дума Витернити. Жесткий, и честно говоря, я уже понимаю, что уровни без сейвов эти проходить, да, можно, но я не знаю, сколько их надо тренировать, то есть даже Сигил 2 уже отдыхает в некоторых моментах. Реально, тут даже в некоторых боях я даже не знаю, какую тактику применить, чтобы она работала. Либо просто экономить патроны, либо находить секретные БФГ и вперед. На сегодня все. Ну и, кстати говоря, вышесказанное не значит, что я как-то отрицательно отношусь. Я просто никогда не испытывал подобного, скажем так, опыта в Думце. Но ничего страшного. А на сегодня все. Всем спасибо. До новых встреч. Ну, как минимум в пятницу с утра начну стрим. Как долго он будет продолжаться, я не знаю. На сегодня хватит. До свидания.